Еще один офис «Мои документы» открылся в Нринмаре. Теперь получить необходимые услуги по принципу одного окна можно в комплексном центре социального обслуживания населения по улице Рабочая. Там открылись два новых окна для предоставления госуслуг. Распахнул свои двери для удобства граждан еще один офис МФЦ. Два новых окна, которые с сегодняшнего дня будут работать в здании комплексного центра социального обслуживания в Хариверской, уже принимают первых клиентов. Давайте мы вас зарегистрируем, и вы сможете получать услуги в электронном виде. Например, да, необходим только паспорт. С доброй улыбкой первого гостя встречает одна из сотрудниц территориального подразделения Елена Ворона. Ведущий инженер-инспектор уверена, уже завтра сюда будут приходить десятки клиентов, ведь место выбрано не случайно. Здесь располагается гостиница, как бы наплыв людей большой, поэтому мы будем востребованы по поводу паспорта, свидетельства о рождении. Я думаю, будем принимать заявочки на СНИЛС. Я думаю, что будет востребовано, так как сюда люди приезжают в сел, им необходимо будет оформлять документы. Жителям сел и города можно будет не только оформить документы, но и зарегистрироваться на портале госуслуг. Их, несмотря на скромные размеры офиса, здесь будет предоставляться более 360. Перечень услуг, которые будут оказываться здесь, такой же, ничего не меняется, все то же, как и в Нринмарском офисе и в офисе поселка Искателей. Специалисты обученные, специалисты достаточно грамотные, все системы у нас подключены, АИС МФЦ и по услугам Росреестра система подключена. В настоящее время в окружной столице открыто 9 окон многофункционального центра «Мои документы». Еще 4 окна обслуживают жители округа в поселке Искатели, 18 в других муниципалитетах региона. В настоящее время региональный центр «Мои документы» предоставляет 365 федеральных, региональных и муниципальных услуг. За 7 месяцев текущего года в окна МФЦ обратилось более 37 тысяч жителей региона. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север».